Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил снять небольшое видео, отвечу на пару вопросов, в общем-то, и не более, наверное. Так, начнем по вот этой оплетке, то есть, которая применяется в браслетах, колье. Обычно спрашивают, какой длины я беру вот эту проволоку, саму основную. Ну, я, как правило, беру чуть больше, чем положено. То есть, если на браслет, на размер, и еще добавляю. Все-таки ввиду дешевизны медной проволоки, проще отрезать, нежели потом добавить-то никак. Лишний кусок выкинете, ничего страшного, рубль-два потеряете, зато сколько нервов сэкономите. И потому я делаю больше, а потом уже, само собой, при подгонке, и иной раз получается несколько другое из-за того, что еще есть возможность что-то добавить. Интересные решения такие получаются. По креплению кабошонов, самих кабошонов, то есть вот эта плеточка Викинг, многие спрашивают, что вроде ничего сложного, но ровненькие рядочки не получаются. Да, действительно, тут есть некоторые детальки такие небольшие. Ну, у меня, собственно, есть мастер-класс. Ну, стоит он там 350 рублей, по-моему. Вот, там довольно подробно я рассказываю, как вот это все делается, сама оплетка. Простая, она очень простая, но требует некоторого навыка. Есть там одна хорошая, по-моему, подсказочка. Есть. Единственное, что я сейчас скажу, это для тех, кто уже немножко все-таки что-то с проволоки делал. Вот эта нижняя, конечно, она должна быть немножко поменьше. Независимо, вы плетете или вот такую. При определенных условиях, то есть, когда вы делаете какое-то изделие, приходится делать либо так, либо в две стороны. Есть на перстнях в некоторых случаях вообще отдельно это делается, сам вот этот ободочек. То есть все зависит уже непосредственно от изделия, которое вы делаете. И при посадке кабошона эта часть, конечно, она должна быть немножко меньше. Само собой, чуть-чуть поменьше. Потом она натягивается, и эта часть уже ее держит, чтобы кабошон не выпал сюда, в эту сторону. Вот, собственно, про это, наверное, и все. Еще раз повторю, кому непонятно, купите мастер-класс, конкретно уже будете знать. Будет у вас в копилочке свой маленький учебник. Ну, я лично вот с этой оплеткой очень долго повозился. Сначала начал, потом бросил, потом снова начал, потом девушки появились у меня знакомые с Малайзии, немножко кое-что подсказали, они очень любят такой вид оплетки. У них почти все кабошоны они крепят таким образом. Ну, мне он тоже как бы очень понравился, и я его стал применять довольно часто. Вот на примере вот этой подвески. Подвеска, да, сложная, разговора нет, повозиться придется, особенно вот эта подгонка, прижимка. Здесь еще вопрос возник вот такой видео, причем на Ютубе, именно на Ютубе. Есть довольно подробный урок. Упросили, уговорили, я его выложил с малой механизацией. Но встает проблема, как его устанавливать. Полностью я не покажу, полностью не потому, что я жадный. Долго, это очень долго, занимает времени, съемка. Но когда-нибудь все-таки я сниму этот мастер-класс по какой-то сложной подвеске. Сейчас я вам скажу, что вот эти заготовки, лично я их не делаю четко по размеру. Потому что вот эта длина, она и то получается из очень длинных кусочков. Достаточно много сюда проволоки уходит, но ее, как правило, достаточно. И я делаю, у меня обрезки проволоки есть определенной длины, и я, допустим, вот тонко я выматываю, здесь 3 куска у меня уходят тоненькие на все это дело, не считая вот этой, которая обвита еще проволочка. И у меня делаю я такими кусками, как они есть, а потом я уже нужное количество просто отрезаю. Естественно, вот сюда она, ну, почти, все равно кусочек придется отрезать. Вот. То есть конкретной длины я не делаю, чтобы вы поняли. Как вы будете делать, это ваше дело, но я вам рассказываю, как делаю я. И сюда, так, сейчас я подберу, вот кусочек у меня какой-то есть, сюда-то внутрь тоже проволоку надо вставлять, так удобнее намного. И потом вы уже ее этими концами где-то там крепите. И эти же концы, вот эти оставшиеся, потом можно где-то применить на какую-то оплетку. А место связки, оно потом, естественно, берется, закроется. Убраться не убьется, но закроется. И нижние части, они тоже закрепятся. Здесь я не зря все это тоже крутил. Пусть там более-менее аккуратно было, но полезное с приятным совместилось. То есть одновременно и прикрывает, одновременно и придает какой-то вид. Надеюсь, немножко путано, но надеюсь, что понятно. Повторюсь, что это можно обрезать, аккуратненько обрезайте, где-то концы еще прикрепляйте, потому что, само собой, вот эта оплеточная, она потом начнет вылазить. То есть ее где-то чуть-чуть пораньше, подлиннее, чтобы она получилась, а основную чуть покороче. И этот конец потом закрепите тоже, чтобы он уже не лохматился и не вылазил, где попало. Вот таким образом. Так, вот еще по именно по меди, по носке самой меди, я вот вам как раз достал вот этот кабошончик. У меня жена их носит с превеликим удовольствием. Вот он пролежавший уже довольно существенное время. Мне так вот цвет наоборот такой очень даже нравится. С учетом, что проволока, она изготавливается не из чистой меди, все равно это сплавы. Сплавы разные. Я даже заметил, при патинировании получалась вот стыковка, когда я покупал, заканчивалась проволока и покупал новую, либо в другом магазине, либо другую. Разница есть даже, когда патинируешь, то есть состариваешь. По времени разница есть. Какая-то более коричневая, какая-то более чернее. То есть и в этом разница тоже есть. И, как правило, ну вот этот браслет у меня жена носила. Самый больший срок не снимая. То есть она уходила на работу и возвращалась с работы. То есть целый день практически она его носила. Никаких следов, ничего не оставляет на коже. В этом, наверное, разница есть. Может, у кого-то оставляет, что, во-первых, разная медь, как я уже сказал, в разных проволоках. Ну и, наверное, само патинирование все равно уже дает какой-то налет, который уже, наверное, не мажется, скорее всего. Вообще, насколько я замечал, медь мажется это от пота, в большей степени от пота. Чем больше потеет рука, тем больше, соответственно, уже это выделение. Ну, не знаю, я не замечал. У меня жена и перстень носит. Ничего особенного я не вижу в этом. А насчет цвета, да, это на любителя. Мне так очень нравятся такие. И слава богу, что у нас с женой вкусы совпадают. Ей очень это все нравится. Вот, собственно, и все. не нашел я другого варианта, как ответить на вопросы. Писать, это очень сложно описать то, что я сейчас вам сказал. Вот решил снять такое небольшое видео. Кому это оказалось полезным, я очень рад. Кому нет, извините, исправлюсь в следующий раз. На этом все. Всем пока. До скорых встреч.